спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, днем 22-24 градуса, ночью плюс 14, плюс 16. Ветер юго-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облака, днем плюс 24, ночью 15 выше 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно и небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ночью 16 с плюсом. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 22 градуса, ночью 14 выше 0. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%. Геомагнитное поле возмущенное. Умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.